Десятки сказочных персонажей, 15 тысяч настоящих тыкв и множество тематических украшений и фотозон. Все это ожидает гостей на территории тематического развлекательного Сочи-парка. В своей резиденции посетители принимают на лицо ужасное, доброе внутри именинница. В качестве подарков Баба-Яга ждет стихи, песни или танцевальные номера. Мы приехали с города Новороссийск специально поздравить Бабу-Ягу с днем рождения. С детьми Платон и Тарас подготовили небольшое стихотворение и как бы... Все им очень нравится. Украшен Сочи парк как никогда. И просто мы отмечали несколько раз Хэллоуин в Майами. И там я просто нахожу сходство очень большое, что... Прям как там этот праздник отмечается. Развлекательная программа насыщенная. Театр скелетов-марионеток, спектакли, научное шоу «Франкенштейн», различные мастер-классы, где можно научиться делать ведьмины шляпы, игрушки-привидения, вырезать светильник Джека из тыквы и даже готовить колдовское зелье. А вот для любителей пощекотать себе нервы Сочи парк подготовил 3 уникальных аттракциона, которые будут работать только в период дня рождения Бабы-Яги. 3 лабиринта страха, причем 2 из них являются на открытой площадке и только один под открытым небом. У каждого лабиринта своя история, один из них представляет психбольницу, посещение которой возможно только с врачом и только по его рекомендации. Второй лабиринт представляет из себя заброшенный завод, на котором произошла совершенно страшная техногенная катастрофа. И все ужасы воплотились именно в здании этого старого завода. Ну и, конечно же, нельзя не рассказать о старой заброшенной ферме, на которой обитают привидения, которые с большим удовольствием ждут посетителей. Наряду со зрелищами и хлеб соответствующий, тематические коктейли и десерты с шоколадными пауками, летучими мышками, мармеладными глазами и кремовыми червяками можно отведать во всех точках питания. Сказочную атмосферу придает и специально подготовленная тематическая музыка. Шоу, квесты и конкурсы с участием сказочной нечисти будут сопровождать произведения Альфреда Шнитке и Михаила Мееровича. Атмосфера здесь прям шикарная, зажигательная. Все вообще на высоте. Мы впервые вообще влились в эту атмосферу, и нам очень понравилось, потому что здесь все в этом стиле и очень... Очень интересно. Страшно интересно. В Сочи парке будет с наступлением темноты. Для самых смелых гостей подготовлена специальная программа. Состоится и бал Дракулы, где каждый сможет продемонстрировать свой уникальный образ. День рождения Бабы-Яги и Хэллоуин по-русски пройдет в Сочи парке по 6 ноября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.